добрый вечер, дамы и господа, ladies and gentlemen. Вот, ну и, в общем, ну и наши, в общем, дорогие товарищи, радиослушатели и телезрители. Вот, группа КЛМ приветствует вас и поздравляет со всеми прошедшими, со всеми будущими, со всеми значимыми для нас праздниками, потому что это жизнь, она же прекрасна, она замечательна. Вот. И в этой жизни происходит много всего. Самое лучшее из чудес, что происходит в этой жизни, это музыка, друзья мои, это я вам точно могу сказать. Вот, да. И вот сейчас мы приглашаем вас в музыкальное путешествие на неизведанный остров. Thank you.
сейчас мы с вами мысленным взором перенесемся в воздушный океан. Вот, послушайте пьесу, которая называется «Воздушный принц». Thank you.
Да, это был наш маленький воздушный принц. Вот. А сейчас... Знаете, есть иногда минутки, в которые иногда хочется слегка... сейчас отрагивать. Слегка взгрустнуть, как-то присмотреться к себе, к людям, значит, себя показать, на людей посмотреть, вот, в общем-то. Вот. И в такие минуты хочется чего-то, может быть, чуть грустного, чуть светлого, может быть, где-то чуть-чуть безумного, вот, а где-то чуть-чуть и философского. Вот, поэтому, так сказать, вашему вниманию мы сейчас предлагаем одну композицию, которая называется «Отражение в зеркале времени». Thank you.
«Холмы и фьорды». Так называлась эта пьеса. Отлично! Отлично назывался.
Олег Грымов. Сергей Григорян. Сергей Балакирев. Это только первое отделение. Предлагаю небольшой 50-минутный перерыв отдам. Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Группа КЛМ. Нам помогали замечательные певицы Ирина Николаева, Татьяна Головачева, Анастасия Крашевская, а также Олег Грибов, Сергей Григорян, Сергей Балакирев и я, ваш скромный слуга, Юрий Крашевский. Итак, наше музыкальное путешествие подошло к концу.
Я желаю вам всего самого лучшего, счастья вам, друзья мои, и вообще всего самого хорошего. И праздников побольше вообще, всяких, да. Ура!